Победителем всероссийского конкурса «Ученик года 2021» стал 11-классник из школы номер 3 Троицка Челябинской области Кирилл Вагапов. Также лауреатами соревнования стали ученица 11 класса Алина Клейменова из Горно-Алтайска и чемпион мира по чтению вслух Александр Малый из Иваново. Кроме того, назвали победителей в специальных номинациях. Так, общественником года стала Анастасия Волкова, интеллектуалом года — Данила Подубский. Лучшей творческой личностью года признали Любовь Ермакову, а лидером года — Александра Гелязова. Звание IT-мастер года получила София Захарова. Конкурс «Ученик года» состоит из трех этапов — регионального, заочного и финального. В финале соревновались 100 школьников старших классов из 38 регионов России. Ребята проявили себя в 5 испытаниях. Творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», дебаты, ролевая игра и решение различных кейсов. Всероссийский конкурс «Ученик года» направлен на выявление и поощрение наиболее активных и творческих школьников среди учащихся с 9 по 11 классы.